По всем показателям экономика Оренбуржа сегодня динамично развивается. Немалая заслуга в правильной инвестиционной политике. В этом направлении регион буквально совершил рывок. В Оренбурже приходят крупные инвесторы. Особое внимание тем, кто занимается обрабатывающим производством. Для них правительство готово субсидировать процентные ставки по банковским кредитам и продолжать давать льготы по налогам на прибыль. Потому областной конкурс – это не просто приятная миссия вручать награды, но и поиск для решения многих экономических проблем. Очень приятно отметить, что торжественная церемония стала площадкой для диалога власти и элиты оренбургского бизнеса в поисках путей дальнейшего развития. Инновации, новые способы организации управления помогают, к примеру, нефтяникам быть постоянными лидерами в экономике. Потому и не было сомнений, кому вручить высшую награду. Ведь Оренбургнефть на протяжении уже многих лет является основным налогоплательщиком, крупным работодателем, надежным социальным партнером. И эту традицию менять в компании не собираются. В рамках социально-экономического развития области мы именно в районах присутствия наших подразделений ведем мероприятия, направленные на благотворительность. И вот уже около 200 миллионов направлены в этом направлении средств. И в 2015 году мы продолжим эти наши действия. Екатерина Тихоненко, Владимир Семенов. Наше время.